Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джана Самаюктам Винда Ванам Манохарам Ванча Калпатару Вашакипасинду Бхавача Патитанам Павуне Бхавишнави Бхо Намо Нама Муканкаруати Вача Лангпангун Лангхайтгири Яткипатамаханаванди Парамананду Мадхава Бриндави Кусиде Бхайпияви Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девим Сарасватим Вясам Тато Джайо Мадхира Санкиртане Кришна Катхопадеша Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодварвара Дейям Сада Парибхагна Бхавишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Виттаттихам Панатопалли Бхавадипутам Банде Махапурсати Чаруна Аривиндам Ятпада Паллавана Хачандамани Чатая Биспуриджи, такимапикабхудушва дарши, урнанурагара сасагара сарамурти, сарадикамай кадам, Си Кришна Чайтанна Прабхунитанам, Си Аддайта Гададхара Сивасади, Гаура Бхакта Винда, Си Кришна Чайтанна Прабхунитанам, Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламмита Бхужау Канака Бодату Санкиртанай Капитару Камала Ажатакша Вишамбару Виджавару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дадасиниттам Бхаванурупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманунга Мада Пахарам Параноси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Шаджуша Бадани Лакшми Риджасача Бхакшаси Ясиасте Хидай Самбит Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе
Sri Chaitanya Madhupyebhyo, Sri Chaitanya Padambhujo Madhupyebhyo Namo Namaha, Kathanchit Asraya Jesham, Sa Opi Tad Gandhabhagbhavi, Sri Chaitanya Padambhujo Madhupyebhyo Namo Namaha, Kathanchit Asraya Jesham, Sa Opi Tad Gandhabhagbhavi, Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Парамхамса Джагадгуру сказал, что хотим ли мы достичь лотосных стоп Гуру Вайшнава Бхагавана или нет, хотим ли мы по-настоящему или нет достичь лотосных стоп Парамхамса, Гуру Вайшнава и Бхагавана. Поэтому различные сомнения, подозрения приходят в наше сердце. Гаудия Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, когда мы хотим ли мы достичь лотосных стоп Гуру и Вайшнавов или Бхагавана. Различные сомнения, они возникают внутри нашего сердца, вопросы, подозрения приходят в наше сердце. И Шрила Прабхупад говорит, если есть какие-то сомнения, это значит, что у нас есть осквернение майявадой, самшаятма винашьяти. Если у нас есть сомнения о Гуру Падпадме, о Шриле Прабхупаде, о Гуру Варге, то тогда мы не сможем достичь успеха в этой жизни. Вся наша энергия, огромное количество, ну то, что всю энергию, которую мы посвящаем служению, она станет бесполезна на пути Анугати. Не может быть никаких сомнений. Когда я выражаю Анугатию, когда мы полностью преданы лотосным стопам Гуру Падпадме, то тогда никаких сомнений не может быть. Но опять же, если это гуру подлинный, садгуру, а не какой-то мошенник, как обычно. И вот поэтому люди тут запутаны, кому верить. Люди верят Гуру Вайшнавам, но не всегда на 100%. Мы хотим служить Гуру Вайшнавам до того уровня, когда мы получаем какие-то удобства от них, какие-то возможности, какое-то, ну, нечто получаем. Но если люди не чувствуют удовлетворения, то не испытывают никакого энтузиазма в служении. Это естественно. И вот Шрила Прабхупад говорит, что мы можем проявлять энтузиазм до того момента, когда у нас есть возможность с чувством, что можем что-то обрести. Если нет, то люди не чувствуют никакого энтузиазма. Мы не знаем. Иногда, чтобы проверить нашу подлинность Гуру Вайшнавы, они пытаются проверить нас, по-настоящему мы преданы или нет. Шрила Прабхупад говорит, что мы теряем нашу
энергию. Ну, если люди, в общем, не получают то, к чему стремятся, и не чувствуют удовлетворения, то они теряют терпение, вдохновение. И и потом люди начинают как-то не хотят ничего делать, никак non-cooperation на английском, ну буквально перестают что-то делать. Потом начинают соревноваться и бороться с объектом своего служения. Ну и тут опять же такая двоякая ситуация получается. С одной стороны, много мошенников, поэтому такие случаи, естественно, вполне. С другой стороны, есть подлинные вайшнавы, их очень мало, но все же. И вот один ачарья проповедовал по разным странам, у него был один ученик, он великолепной памятью обладал, хотел, я даже пошел к ним в их место по какой-то причине, он хотел дать мне совет, как ученику своему, я послушал. Потом я засомневался, настоящий ли он саньяси или нет, слушая его наставления. И потом, через несколько лет, этот саньяси оставил саньясу, своего гуру, и женился. Но он хотел стать ачарьей той организации. Но этот его гуру не был готов дать ему, оставить ему пост ачарьи, поэтому тому надоело этим заниматься. И просто женился, начал жить обычной жизнью. И вот как здесь тоже бывают тоже некоторые особо хотящие стать ачарьей, ходят в города вот всякими бумажками, подпишите то, подпишите это, но вот но Гурудев как бы все равно, вот Кувамани Махараджи тоже один какой-то ученик пришел с бумажкой, говорит, подпишите там быстренько. Там он написал, что хочет стать ачарьей, ну как от имени Вамана Махараджа, что назначает его ачарьей, но Вамана Махараджа там не поленился, прочитал, смотрит, какая-то ерунда. И вот таких этих людей, пытающихся всячески надурить Гурудева, очень много. Там ходят с бумажками, показывают, что их назначили ачарьей. Вот вайшнавы, они молятся о благе всех, даже те, кто пытается навредить вайшнавам. Вайшнавы, они никогда не думают, чтобы как-то проклясть их. Они всех благословляют. И как можно думать, что вайшнавы против нас? И вот вся ответственность, если находится в руках такой великой личности, как наш Гурупад Падма, как мы можем сомневаться в нем?
My whole life gone giving answer why whole life gone. But giving answer why all the time. I don't know what to do. But Guru Prabhupada used to give me one example. Very nice example. И вот у многих вся жизнь проходит в вопросах «почему?». И вот Гурудев, он прекрасный пример из Бхагаватам приходит, знаете ли вы, что такое Нугати, послушание. И вот Гурупад Падма говорит, показывает свою данду, смотри, это ваша саньяс данда. Да. И как оно стоит там, как поставили. Как долго оно будет стоять, ну, пока стоит, будет стоять, пока никто не возьмет. Если положить эту данду, она будет лежать, у нее нет никаких личных желаний. Наше желание должно находиться в гармонии с Гуру Вайшнавами, и тогда вы сможете достичь успеха. Смотрите, я живой пример, меня отсюда выгнали, без всякой причины, но в смысле не могли найти никакой причины, чтобы выгнать. But still, I was kicked whole life. Выгоняли отсюда только по одной причине, потому что я хотел совершать подлинную гуру сева. Я не терпел никакого лицемерия. Но в итоге что случилось? Вот хотели даже убить Махараджа, организовали какую-то ситуацию, чтобы он вынужден был уйти. Но это воля Нитянанды. Я сиден на Вьясасане, не могу говорить лжи. Никогда никого не звал, не преданные сами приходят, чтобы помочь мне. И вот эта милость Нитянанды, что никто не может навредить мне. И вот где бы я ни говорил Харикатху, находилось постоянно много, но не то, что много, находились всегда недовольные. Я не проповедовал ради денег, ради еды. Я всегда был за абсолютную истину. И вот Вайшнави Пратишта автоматически приходит, но у нас не должно быть никакого желания прославиться. Вот один джентльмен с Чагды жаловался мне, плакал буквально, очень хороший человек. Но пошел в лучшую клинику, чтобы кровь проверить, на анализы сдать. В общем, жил, ничего не мешало, тут пошел в какую-то больницу в Чароме, в Калькутте, самая лучшая больница считается.
кровь на анализ сдать. И вот там, в общем, переливание сделали, что-то там какой-то HB, джерм какой-то нашли, ну, болезнь какая-то неизлечимая, которая всю жизнь надо лечиться от которой, чтобы эти бактерии спали и уже жить не мешали. Убить их сложно, в общем, вот пришел все, какая-то, все думают, будут думать, что я какой-то, как его там. Ну что, в общем, это болезнь венерическая какая-то, в общем, будут думать, что какой-то этот прелюбодей. А он просто там пошел в самую лучшую клинику. Мог бы жить и не то жить. Вот, поэтому Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати, он лучший из всех, он, несомненно, принесет нам высшее благо. И вот все вышеперечисленные вайшнавы, они велели мне говорить Хари Катху. И вот этот вот какой-то пожилой махарадж, Читак Парваша, Читак Парвата. Вот Бабджи Махарадж заметил, он служил в Баджакоте, решили Прабхупаде, предложил мне Бабджи Махараджу гирлянду, велел ему проповедовать. Хотя я думал, как, я даже не саньяси. Люди думают, что не саньяси, сейчас думают, что саньяси. И вот по милости Гуру Вайшнавов я достиг своего положения, а не по каким-то личным желаниям. И вот Гуру Падма говорит, что такое значение Анугати в Бхагаватам, говорится Викрита Пашурьятха. Ну, это такое индийское, это особенности индийского менталитета, что индусы обычно думать не могут головой, поэтому тут такие правила, что как сказали, так и делай, ни шага ни влево, ни вправо, никакой креативности, просто вот что сказали, то и делай. Ну вот, поэтому здесь отсюда все индийские сложности возникают и все остальное. Но если в идеальном смотреть на идеальный случай, то мы должны полностью следовать наставлениям своего Гуру Падмы. Как и вот Гуру Вайшнава смотрит на нас, мы должны ждать их милости. В моей жизни я не хочу. Я молюсь Бхагавану о вашем благе. I was writing that day, wrote
И вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, в цветах есть мед, мы знаем. Но своими попытками мы не можем собрать мед. Если у нас есть много книг, мы можем прочесть их, но какой вывод мы из этого сделаем, какую суть извлечем, как мед из цветов. Однажды один преданный из Германии приехал в наш матх. Вот мы с ним подружились, вот он купил все книги. После этого он ничего не делал, начал читать книги. Думал, что чтением книг можно чего-то достичь. В итоге надоело, понял, что к чему. Надоело и уехал. Но с другой стороны, если посмотреть в Индии книг, читать вообще не принято, еще хуже. И вот также мы не можем своими попытками извлечь мед из цветов. Это могут сделать только пчелы. Мы как бы не старались, не сможем, или как эти лебеди, если дать ему смесь воды с молоком, он может как-то из этой смеси воды с молоком выпить молоко и оставить воду. Но другие этого делать не могут. Это способность есть Парамахамса Вайшнавов, то есть Вайшнава, подобно лебедям. Если можно поместить Вайшнава в любое место. И они будут совершать киртан, говорить харикатху, не касаясь со всей негативной ситуации вокруг. И вот Гуру Вайшнава думает о том, как принести нам высшее благо. И вот мед, в смысле цветы, если кому-то дать целый склад цветов, и попросить хотя бы каплю меда извлечь, то, как ни старайся, из этих цветов меда не извлечь. Поскольку технология извлечения меда из цветов только у медовых пчел. У нас ее нет. Но есть также особые насекомые, которые лутакит называются, они яд из цветов извлекают. И вот обязанность этих лутакитов собирать яд из цветов, поскольку мы не знаем, яд тоже там в цветах. Но сбор меда – это обязанность медовых пчел, и сбор яда – обязанность лутакита, хотя и поэтому внешне мы все находимся под стопами лотос, под лотосными стопами Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот те медовые пчелы, которые вьются вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы собрать мед. И вот они летают вокруг, и те, у
кого ядовитый ум находит недостатки в Гуру Вайшнавах Сахаджи. Они также внешне вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху летают. Тоже рассказывают, что никто, кроме них, баджан не совершает, но они собирают яд. Даже в нашей собственной сампрадае, что надо говорить о тех сахаджиях, в нашей сампрадае тоже сахаджи хватает. Группат Падма говорил, они находят какие-то недостатки и хитрости, чтобы больше лабхи пуджи практически получить, какую-то ложную философию пропагандировать. Они не могут Могут бороться, только ничего доказать существенного, откуда они эту философию получили, не могут. Сиддхартха Госвами Махарадж вот так много служений совершал. И вот он говорил Харикатху, и там мы с нашим Гурупад Падмой отправились во Вриндавану. Там Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати говорит, и вот мы приехали, я приехал во Вриндаван, но ни одного вайшнава не нашел в мое сердце. Или столь неудачлив, что не нашел ни одного вайшнава, или их вообще нет там. Шридхар Махарадж подумал, если Шрила Прабхупад говорит так, другие люди что скажут, что вы единственный вайшнав, что никаких вайшнавов кроме вас нету, все будут критиковать, что это имеется в виду. И Сиддхартха Госвами Махарадж говорит, Шрила Прабхупад говорит, я приехал, чтобы приехал, чтобы встретиться с вайшнавами, но ни одного не нашел. Что он имеет в виду? Тут куча бабаджи всяких больших мудных типов. Шрила Прабхупад встретился с Манохарда, с Бабой на Говиндакунде. Все враджаваси говорят, что он Сидда Махатма. Я совершил баджан на Говиндакунде время от времени. Ну, не знаю, что такое баджан, но, по крайней мере, пытался что-то делать. И вот, так или иначе, Нитьянанда Бхагаван спас меня. Совершал парикраму, больше особо ничем не занимался. И таким образом наш Шрила Прабхупад отправился на Говиндакунду, и там этот монах Рамбаба пришел, они поклонились друг другу, начали обсуждать Сиддханту. И после обсуждения Шрила Прабхупад пошел дальше совершать парикраму, и какой-то преданный спросил: о, Прабхупад, все враджаваси, ну, местные эти, они думают, что он Сидда Махатма. А что вы думаете о нем? Со смирением ученики спросили. Шрила Прабхупад сказал: хорошо, я поговорил с ним. Процедура его баджана хороша. Ну, хороший саду совершает баджан, но не Сидда Махатма точно. Еще не Сидда Махатма. Как осознать, кто Сидда Махатма, а кто нет? Никто об этом не говорит. Как узнать Сидда Махатму? Можно отставить его или поместить в любую
негативное, неожидаемое положение, если он там будет чувствовать себя хорошо, то это признак Сиддхи Махатмы. Без вашей помощи он может все сделать. И вот Шрила Прабхупада говорит, у нас нет настроения борьбы с теми сахаджиями в Навадвипе или кундавасями всякими, которые на берегу Наракунды живут, у нас нет времени бороться с ними, но все же может борьба возникнуть без всякой причины. Они будут задавать потом бестолковых вопросов, они могут кого-то сбить с толку. Ну, что такое слабость, если я не боюсь встретиться с абсолютной истиной? То тогда я слаб, иначе нет. Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами такого Прабхупада говорит, пишет что-то, когда я говорю что-то о нем, кто-то боится. Если люди боятся, что правда всплывет, но все находится в руках Нитьянанды, все происходит по его воле. Если правда суждено проявиться, то она проявится. И Вайшнава Пратишта тоже придет. И нам не нужно думать об этом. Мадхавендра Пурипад никогда не стремился к Пратиште, и он обрел ее автоматически. В читании Чайтамрити говорится Мадхавендра Пурипад. Он пытался убежать от Вайшнава Пратишти, но Вайшнава Пратишти все равно достигла его. Это природа Вайшнава Пратишти, она сама приходит к нам. И вот, если я скажу открыто, что мне не нужна Пратишти, это тоже подобно рекламе. Это значит, все же такой человек хочет Пратишти. И вот есть. Вы все рядом внезапно. Если во время арчаны, ну, бывает, кто-то совершает арчану, подносит лопаты, и нам может загореть. Это длинное, где неудобное крайне. Одни проблемы, в общем. И то, что она внезапно загорится от лампады, дело обычное. Что же делать? Ну, вроде принято стесняться, люди предпочитают сгореть, чем снять одежду. Такая индийская традиция, но и чтобы спастись, нужно одежду снять и выкинуть, горящую одежду. Если мы будем слишком стесняться и думать, что же делать, люди видят меня без одежды, то есть два выбора, либо сгореть, либо скинуть эту горящую одежду сразу. И вот так сейчас такой огонь
Чтобы понять, что такое настоящий баджа, нужно буквально стать обнаженным, избавиться от всего огня, иначе этот огонь сожжет нас. Такое аллегория такая. Мы должны сконцентрироваться на своем вечном духовном теле. Если мы слишком много внимания будем уделять грубому и тонкому телу, то ничего хорошего не будет. Но опять же, с другой стороны, если слишком мало внимания, то тоже ничего хорошего. Баланс должен быть, нужно здравому смыслу следовать. Те, кто внимательно смотрит на меня, они знают, как я веду свою жизнь. И вот если мой Гурупад Падма говорит, что нужно делать то и все, нет вопроса почему. И вот Гурупад Падма говорит, ну, в общем, если у вас подлинный садгуру, группа, настоящая группа от Падма, то если то, что он говорит, нужно делать это. Но если нет, то нужно спрашивать, почему, чтобы не попасть в какую-то плачевную ситуацию. И вот все желания Шрилы Прабхупады, Гуру Варги, они проявились в моей жизни. Вот Шрила Шанта Госвами Махарадж написал мне письмо давно, лет 20 назад. Когда я получил это письмо Шрила Шанта Махараджа через одного из его учеников, в то время я был на Сурьякунде, был, жил как обычный бабаджи в рваной одежде. С утра я просил подаяния. И после этого ну, в общем, жил на подаянии. И тогда я получил письмо от Шрилы Шанты Махараджа и был удивлен. Он благословил меня, поскольку я написал письмо ему, дальше объяснил свое положение, что не могу совершать служение, все хотят меня выгнать, хотя никаких недостатков во мне не находят. И Шрила Шанта Госвами Махарадж, он предсказал, я знаю твое сердце, жди, ты должен совершать служение для всей сампрадаи. Ну, у меня даже одежды нету, не то, что там сампрадаи совершать. Я подумал, что же делать. И после этого ситуация изменилась. Даже на Сурьякунде меня выгнали. Хотя это ничейное место, ну там такое место, которое совсем ничего, какой-то деревенский храм, хозяина там вообще нету. Вот даже в такой плачевной ситуации я находился, но все же увидел в ней позитивное. И вот в том храме на Сурьякунде, там по дружбе в Раджавасе, как бы разрешили жить, но ученик Шанды, ну, кто-то там. В общем, Махарадж там что-то сказал, и оттуда его выгнали. Какие-то чьи-то ученики, я прослушал чьи. И вот я как бы их хлеб не ел, ничего не делал. Но
Ну, в итоге так получилось, что вынужден был уйти оттуда. Но я принял это как позитивный знак. В итоге потом Искон этот храм к рукам прибрал. Сейчас туда никого не пускают, но обычная исконщина. И вот что случилось со мной. Кто-то, вы организовали мою харикатху. И все, эта харикатха автоматически произошла. Все, кому надо, по вдохновению свыше пришли и помогают. If you surrender in front of me, I don't want any return, then I can beat you. If you can bear, then you can come outside. I cannot give you honor to you, to cheat you. I can beat you. If you can bear while beating me, then И вот Джагнатха с Бабаджи Махарадж совершает баджан, даже не ходил, не просил никаких чапати, но Бихари служил Джагнатха с Бабаджи Махараджу без всякого ожидания. День и ночь он круглосуточно служил ему без ожидания. И это настоящая преданность. Нужно ждать. Пример такой, если у нас есть цветочный сад, если в нашем цветочном саду какие цветы созрели, что их можно взять и предложить лотосным стопам Гуанге. И это чистый даршан Гуру Вайшнавов, они своих учеников, их ученики подобные цветам в цветочном саду, и когда те ученики созревают, то они могут быть предложены лотосным стопам Гуранги Махапрабху. Они вот Гуру Вайшнавы ждут, пока ученики разовьются и станут подобными таким открытым цветам. И вот также эти медовые пчелы летают вокруг цветов, они жужжат в процессе полета. Но когда они садятся на цветок и пьют мед, звук пропадает. И вот если я пью мед по желанию Гуру Вайшнава Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура, может, и вот Кришнадас Кавираж Госвами говорит: что говорить о других людях, даже собаке. Если собака даже учует аромат лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, она достигнет успеха, как собака Шивананды. Хотя бы немножко, даже если мы примем прибежище у Махапрабху, то достигнем успеха, как вот эта собака.
даже животное достигло успеха. Так или иначе, завтра я буду больше объяснять. Сегодня время кончилось, и вот сегодня Хирапанчами. Большой праздник Джаганатхапури. Махапрабху с великим энтузиазмом отмечал это Хирапанчами со всеми своими спутниками. Хирапанчами, пятый день Панчами Тирхи. Мы считаем, как Акадаши, Двадаши. Вот Панчами, это Панчами приходит. Панчами значит пятый Титхи. И Хира значит видеть Лакшми Деви. Хочет встретиться с Джаганатхом, увидеть Джаганатха, где Джаганат. Лакшми Деви пришла с гневным, хотел увидеть, кто же похитил ее Джаганатха. Лакшми вот разгневалась и приходит, но когда Джаганатха вышел из храма Джаганатха, который сравнивается с Дваракой, говорится в читании Бхагавате, читании Чайтамрити, что Дварака или Матхура в комментариях. Но одно точно, когда Шри Чайтанья Махапрабху стоял за Гаруда Стамбой и смотрел на Джаганатха, если кто-то думает, что это может быть сравнено с Матхурой или Дваракой, то эта концепция неправильная. Когда Шри Чайтанья Махапрабху смотрел на Джаганатха, то здесь описывается и вот так много вещей описывается здесь. И вот кто-то говорит, это написано, сказано о сочетании Махапрабху, кто-то еще, я не заинтересован в этом, но более, скорее всего, видя настроение этого киртана, это сочетание Махапрабху написал. Мы, наши махаджаны, великие души, что они говорят, мы должны верить этому. И вот, когда сочетание Махапрабху виден Джаганат, как можно говорить, что это Дварака, если он видит вот Рада Алингана Виграху? И вот даршаник вечер очень глубок, что не говоря никакой сухой философии, мы должны подумать об этом. И вот в понедельник я, может, буду говорить на эту тему. Это может быть сравнено с Дваракой и с Матхурой. И вот после того, как они получили разрешение, у Лакшми Джаганат вернулся. И вот Джаганат, он отправился в Гундича Мандир, и это сравнивается с Вриндаваном. И тогда, когда он вернулся, каково его настроение? И вот Гурупад Падма сказал, мой сын, если вы совершаете подлинный баджан, то тогда все проблемы автоматически решатся, он сказал. Здесь и там кто-то ездит ради лабхи позже, братишки, но если совершаете подлинный баджан перед Бхагаватом, я скажу, автоматически все придет, как цветы, как цветы, если в нашем саду распускаются, то пчелы автоматически
прилетают, чтобы собрать мед. Не нужно им письма писать, звонить, приглашать. Гурупадпад нам приводил такой пример. Если у нас распускаются цветы, созревают цветы, то все пчелы привлекаются ароматом и прилетают туда. Или, например, если девочка становится девушкой, прекрасной девушкой, то мужчины автоматически привлекаются ей. Если вы чувствуете влечение к чему-то, это естественно. И мы должны помнить Пракрити. Природа, она ведет нас в правильном направлении. Автоматически многое происходит. И в Арчан Падьяти говорится. Вот такие слова в Арчан Падьяти. Бхагаван, я хочу чувствовать, я хочу чувствовать влечение моего ума так же, как девушки чувствуют влечение к мужчинам. И такой пример в Арчан Падьяти приводится. То есть это влияние при природе, естественное положение дел. Я хочу говорить Харикатху всю оставшуюся свою жизнь, как Чайтанья Махапрабху говорил в Гамхире. Но Говинда тут возмущался, что нужно есть, спать, отдыхать. И, И вот сегодня Хера Панчами, кратко буду говорить, и вот Лакшми Деви. С одной стороны, мы в Чайтанья Бхагавате говорить, я могу показать, может быть, сравнено с Дваракой Спури, с Дваракапури. Но когда Махапрабху смотрел, как мы можем ожидать, если кто-то начинает бороться, как с Чайтанья Бхагавата, Вриндавана Стакур Махарши написал это, если это Дварака, то Махапрабху не может туда пойти. И вот запутанность возникает. Кто-то может бороться с этим. Сегодня я фотографию найду цитату, где это написано. И вот если Дварака Матхура, то все Чайтанья Махапрабху, он Шримати Радхарани, ее олицетворение, не может туда идти. Но Махапрабху, когда получает даша внутри, он не чувствует, что он в Двараке, поскольку если было бы чувство в Двараке, он не мог бы туда зайти. И в то же самое время свидетельство того, что если это Дварака, чувство Двараки там, как научное. Если это Дварака, то как Махапрабху говорит такие слова? Это чувство Вриндавана, почему он говорит Дварака, Радхарани не может
отправиться в Двараку. И вот Махапрабху отмечает Джанмаштами Титхи, Канай Кути дал ему какую-то шелковую дорогую одежду. И вот в то время шелк дорогой был, вручную все делалось, и Махапрабху он завязал ее на голову, взял палку, с палкой ходил, и это Гасай вторые сказали, что сейчас как Раджаваси, ну в Раджаваси такая привычка есть, палку крутить. Они совершают парикраму в Раджаваси. У них даже носят симхасану, деревянную на голове. Там Рада Бинабдихари или какие-то божества, я видел, они ходят с такой большой тяжелой симхасаной на голове. Но мы когда ходим, то там колечко, то сям колечко, баланс не можем держать, и на голове что-то носить, оно упадет. Раджаваси еще привычка носить эти горшки на голове, могут ходить, говорить, смотреть, но горшок с головы не падает, такой автоматически баланс держится, даже руками на горшок не надо придерживать, и так они. И вот Махапрабху попросил бамбуковую палку и начала крутить сверху. Махапрабху сам Кришна, как можно бросать ему вызов? Он сам Кришна. Он пришел в таком настроении Гурудев, Радхарани, они тоже тут. Если кто-то говорил о Радхарани в присутствии Шрилы Прабхупады или Шридхара Махараджа, они воспринимали Радхарани как Радхарани, поэтому не могли потерпеть никаких, как сказать, обсуждений ее. И также они, и слыша одно ее имя, они испытывали аштасатвы кавикара. Они даже не могли произносить ее имя на публике, поскольку чувствовали некое такое экстатическое чувство, которое могло, после которого они уже не могли говорить, поэтому они не говорили, не проявляли эти чувства к ней на публике. Гуру Вайшнава, они по своей воле могут оставить тело. Вот тут был один Махараджи, я знаю, он очень хороший саду.
Пандитом был Чайтанья Махарадж. Бхагават Махарадж его звали. Бхактивиласа Махараджа ученик был. Я был, говорил Харикатху Вахматхе какое-то время, и вот я встретился с ним. Он еще там болел многими болезнями, вот эти мы обсуждали философию с ним. Он попросил, ну, это, как его, общий комьюнити. В общем, этими жителями матха посоветовался, что много народу хотят дикшу у меня получать, но я оставил пост ачарья, и поэтому и вот он сказал, так или иначе, может, это желание Бхагавана, что я оставляю пост ачарья, но тем не менее. Ну, там пару тысяч человек хотели дикшу получить, если вы согласитесь, могу. Тут несколько лет они ждут дикшу, и хочу дать им дикшу, и напишу письмо, что больше дикшу не буду давать. Ему сказали, не надо, ну вас с такими желаниями. Ну, обычная политика в их матхе. В общем, и в общем, этот Махарадж сказал, ну что толку мне тут находиться дольше, если не могу совершать служение, даже дикшу людям дать, то в тот день он решил оставить тело. В тот же день он совершил парикраму Чайтанья Матха. Наступил на какой-то камень, колючку. Никогда не случалось, но в тот день, как наступил на колючку, обнаружил лилу болезни, явил, и через буквально два дня оставил тело. Только сказал, что толку находиться здесь. И много таких примеров. С Гуру Махараджем тоже можно найти. И вот вот все, Пури Госвами Махарадж был здоров, как ребенок. Доктор сказал, что у него сердце как у 18-летнего человека, поэтому он может жить еще очень долго. И вот сегодня Хира Панчами, это прекрасные титхи. В тот день Шри Чайтанья Махапрабху с преданными пришел Лакшми Деви. Завтра будем говорить. Сегодня поздно начали. И вот таким образом и Хира Панчами Лакшми Деви пришла со всеми своими этими спутниками, палками, украшениями, коронами. Она пришла, на паланкине приехала. И спрашивала, где мой Джаганнат. Эти ничего не ответили, пришлось их побить. Ну, эти, кто там, собаки, служанки Лакшми тоже. И служанки Лакшми начали бить слуг Джаганнатха, чтобы они рассказали, где Джаганнатхи, и сказали, подождите, не бейте, завтра Джаганнатх придет. И когда Лакшми Деви
удостоверилась, что точно его завтра привезут назад, она успокоилась. И когда эта лила происходила, Махапрабху видел и смеялся. И тем временем я расскажу. Когда Махапрабху ждал, мы в океане материальной расы, как же можем обсуждать нечто трансцендентное? И такой пример наш Санта Госвами Махарадж приводил, то, что некоторые очень заняты с раса-таттвой. Что мухи всякие прилетают и липнут к этой расе и помирают там. Кто-то во Вридаване обсуждал Прахлада Чариту, тот народ говорил, что нужно о Кришне во Вридаване говорить, но Шрила Прабхупада говорит, вы что? Даже во Вридаване, смотрите, Шрила Прабхупада обсуждал Прахлада Чариту, поскольку знал, что нужно. И Махапрабху перед Гарх-пандитом тоже он слушал Дува и Прахлада Чаритру. Несмотря на то, что пару месяцев назад ее уже слушали, Махапрабху просил снова и снова для того, чтобы быть в безопасности, не прыгать с высоты и не помереть на духовном пути. Но сахаджи такое не могут потерпеть. Они не могут потерпеть абсолютную истину и отклоняются в сторону имитации. И вот о расататве. И вот перед Махапрабху Сварупа Госвами говорил. И вот когда возникла тема Симати Радхарани, Махапрабху начал чувствовать Радхабаву. Когда вот они обсуждали, тема Радхарани возникла, Махапрабху почувствовал Радхабаву, и Нитьянанда Прабху сразу ушел прочь. Поскольку Махапрабху сейчас выражает Радхабаву перед Радхарани, Нитьянанда Баларам не могут находиться, но те сахаджи даже этого не понимают. Даже элементарной этики у них нету, даже здравого смысла нету, и это кажется, что очень простое. И пытаются обсуждать какие-то возвышенные вещи, как Баларам Расататве говорил, но никто не мог ничего возразить. И вот в этом году нечто опасное случилось. Баларам
когда его из Радхи спускали, он упал. И саду сказали, что это признак большой опасности, что какая-то опасность случится, что падение Баларама, Баладева, это признак большой опасности. Пожитаем по обновлению.